телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти забил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал. Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответ.
относится к индийскому Thank you.
устал. Встаньте, Егор идет. В прямом смысле. Ну, свободу. Не знаю, это не хочу пройти. Я пройду. Я вас попрошу сделать всего одну вещь. Не для меня, не для кого-то, для себя. В одиночестве, когда останетесь, со своим сердцем будете разговаривать, вы задайте себе всего один вопрос. Я как его прошу. Или чуть-чуть его задайте. Вопрос какой? А вам еще нужна эта война? Пять лет на основании части 2 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное наказание Балазикину назначено частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием его воспитательной колонии. Егор, не волнуйся, правда на твоей стороне. Егор!